За день до победы в Самаре поздравляют ветеранов и участников Великой Отечественной. Они вспоминают, как воевали и как победили. На площади Славы сегодня возложили цветы к вечному огню губернатор, жители региона, депутаты, представители политических партий, общественных организаций, военно-патриотических клубов и молодежных объединений. Накануне 68-й годовщины Победы на площади Славы собралось свыше 1500 человек. Но с каждым годом все меньше тех, кто помнит, как все начиналось. Нумер Хамитов прошел всю войну от первого и до последнего дня. Начало войны я начал с первого часа и первого дня. Великий день, День Победы для нашего столетия российского народа, советского бывшего народа. Великий день, понимаете, после такой тяжелой войны, после долгой войны. Из Куйбышевской области на фронт отправились более 500 000 человек. Вернулись с полей сражений меньше половины. На территории нашей губернии не велись боевые действия, но война не обошла стороной ни одну семью. Поэтому памятники, монументы, обелиски павшим воинам должны быть у нас в каждом городе, в каждой самарской деревне. Нам крайне важно повсеместно вести работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, постоянно привлекать внимание общественности к вопросам сохранения памятников Великой Отечественной войны. Только так мы сможем сохранить и правду о войне, и священную память о ней. Память погибших почтили минутой молчания. А в небе над площадью на рекордно низкой высоте пролетел У-2. Легендарный ночной бомбардировщик, военные годы наводивший ужас на немецких солдат. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Сергей Овчинников, Татьяна Потоцкая, Алексей Вельмискин. Новости губернии.